1948 году в газете «Советская Абхазия» был опубликован эскиз новой спортивной школы на улице Сталина, ныне это проспект Яйра. Строительство нового большого здания спортивной школы велось быстрыми темпами. Школа представляла собой двухэтажное здание объемом в 3000 кубометров. В ней расположился большой гимнастический зал, в котором можно проводить и волейбольные соревнования, раздевалки с душевыми и врачебным кабинетом. Во втором этаже были оборудованы инструкторские помещения, методические и военные кабинеты. На этом же этаже были устроены балконы для зрителей во дворе спортивной школы. Были оборудованы специальные площадки. Лида, добрый день. Мы стоим с вами у здания спортивной школы, которая находится на проспекте Аяйра. Каждый день я иду на работу по этой дороге и всегда удивляюсь красоте этого здания. Оно необычное, оно выделяется из всех зданий Сухума. Скажите нам, как архитектор, дайте нам оценку его, как композиционно оно построено. Значит, один из ярких примеров сталинского ампира – это здание спортшколы. Оно построено в таком, с использованием готического стиля в сталинском ампире. Как мы знаем, что сталинский ампир использовал, применял детали вот из классицизма, но здесь больше элементов из готического стиля. Применяются здесь в основном шпили, декорации, арочки и так далее. Вот вы сейчас только что назвали опять, да, два стиля – сталинский ампир и неоготика. Угу. Все-таки можно сказать, опять же, что это эклектическое такое воспроизведение архитектуры? Да, но в ампире используются, смешиваются стили, они обобщены между собой, очень гармонично сочетаются между собой. Значит, это здание вот очень такое в классическом стиле, оно симметричное, объем здания такой не прямоугольный. На главном фасаде мы видим, значит, выступающую часть вперед и на всю высоту здания. Этот объем, это называется ризалит. Ризалит – часть стены здания, выдающаяся вперед за линию фасада. Это характерно вот для этого стиля. Здесь очень такой достаточно широкий фриз с использованием готических ложных арок с заостренными конечностями. Здесь вот выступ карниза с модульонами на первом этаже. Модульоны – это консоли, которые поддерживают выступ карниза. Очень декоративно оформлены. Также вот проем мы видим оформлены в виде деталей архитектурных обломов. Ну, архитектурные обломы, они бывают разного вида, в виде выкрушки, скотчей, каблучка и так далее. Вот. То есть это те самые молдинги, молдинги, которые мы знаем? Да, это молдинги. Обрамление окон выполнено в виде ниши. Ниша – это тоже элемент античной архитектуры. В нишах всегда предусматривались какие-то элементы, скульптуры и так далее. Здесь прямоугольная такая ниша, обрамленная наличниками в виде призматических узоров выступающих, тоже типа под рустовку сделано. То призматический руст можно назвать. Призматический руст – накладка на фасад из декоративного камня или другого материала. Эти арочки – это характерный признак готической архитектуры. Они заостренные. Тоже эти арочки, ложные арочки, они имеют тоже свою маленькую колонну. Там, в общем, они декоративные. Так, один из узнаваемых таких элементов готической архитектуры, мы видим, здесь используется шпиль. Шпиль здесь такой декоративный, он как бы прорывает карниз и
выступает ввысь. Считалось, что шпиль символизировала стремление ввысь, к небу. Так как готика появилась после романского стиля, они начали, вот, ну, где-то с 12 века, они начали романские, уже каноны романского стиля начали дополнять вот этими заостренными крышами, больше декораций появилось, больше таких цветочных деталей, элементов, мотивов таких появилось. Значит, здесь вот шпиль наблюдается в центре здания, которое выступает выше крыши, карниза, и еще используется с боковых частей. А выходит, в этом здании использованы три шпиля. По симметрии, и наверху прорывает карниз еще один шпиль. Но мне кажется, не случайно на фасаде спортивной школы шпиль. Какие лозунги вообще спорта? Выше, быстрее и так далее, да? И шпили это стремление ввысь, то есть все перекликается, верно? Перекликается, да, и оно конусообразно, типа меча, тоже символ победы, символ возвышенности такой. Вот хотела сказать про широкий выступ карниза на этом ризалите. Карниз, значит, поддерживается такими матулёнами в виде крабов. Крабы – элемент декора в виде растительных форм. Крабы часто использовали на крышах готических, вот, на скатах крыши. Они показывали как будто бы цветущую поверхность. В данном случае здесь они поддерживают карнизы как декоративные элементы и украшают очень, ну, и придают зданию готическую такую атмосферу. Дальше вот на фасадах мы видим декоративные ложные арочки в виде вот с гирьками, вот тоже в виде рельефа они выполнены. Гирьки это, значит, применялись при соединениях арочных таких элементов, которые не имели опоры, вот при соединениях арочных элементов невидимо вкладки предусматривалась такая вот арматура, которая поддерживала соединение вот этих арок в виде вот цветочка. Лида, вот вы только что обрисовали вот эти арочки ложные наверху с гирьками. Вот в газетах советского периода очень часто пишут, что это элементы грузинского зодчества. Согласны ли вы с этой постановкой? Является ли вот этот элемент именно национальным элементом грузинского зодчества? Это пришло с времен 12 века и так далее, где они использовались в зданиях. Может быть, как бы они создали характер, может, и в Грузии использовалось это, ну, как бы как элемент, созданный в каком-то государстве, и я бы не сказала это. Во всех номерах Советской Абхазии всегда писалось, что это национальное грузинское зодчество. Я пытаюсь понять, как может классическое здание быть национальным грузинским зодчеством. Вот элементы его, честно говоря, для меня. И поэтому мне очень важно спросить вас, профессиональных архитекторов. Ну, мы из литературы, из архитектурных разных учебниках и при изучении мы пользовались и знаем, что вот эти элементы, они возродились еще в прошлые века. Они были, применялись в особенности во Франции, это зародилось, вот эти вот заостренные самые арки, да, арочки. При проектировании они использовали, наверное, все-таки так, как всегда, вот классицизм и так далее, они брали детали из античности, все детали использованы оттуда идут, значит, они, античность – это использование разных растительных орнаментов, и все это из природы бралось. Ничего нового особого не придумано, все это берется с классицизма, все это берется с архитектуры Древней Греции и Рима. Да. Правильно?
Обрамления образуют видимую нишу вокруг оконного проема, где также встроены полуколонны со стилизованным рисунком спирали на стволе и цветочным завершением. Элемент спирали в данном случае – это ленточка, обвивающая гирлянду из лавра, часто используемая в древнегреческой архитектуре. Лида, еще хотелось бы ваше внимание обратить на снова на вот эти шпили, которые установлены на очень какой-то декоративной детали. Опишите нам ее. Шпили, они конусообразные, очень так четко сочетаются с этим проемом и вообще с фасадом. Они установлены на как бы перевернутых пирамидках с таким украшением, тоже призматического руста, полочка там присутствует. Стеночки пирамиды оформлены в виде плетенки, тоже вот какое-то переплетение имеет такое значение в природе. Тоже из античности вот ленточки применялись как элементы декора. И вот завершение вот этой пирамидки тоже типа вазона греческого сделано там и цветка. В 1953 году было закончено строительство красивого здания с колоннами около Красного моста. Оно было предназначено для физкультурников спортивного общества «Спартак». Ныне это спортшкола имени Сергея Багапш. В свое время это был лучший в городе просторный, светлый спортивный зал, приспособленный для занятий гимнастикой, боксом, фехтованием и так далее. Белое здание в неоклассическом стиле украшают статуи спортсменов. Первой стала тренироваться в нем сборная команда лучших гимнастов Советского Союза, которая готовилась к соревнованиям на первенство мира по гимнастике. Соревнования проходили в Риме, и в мае 1954 года наши гимнасты заняли первые места. Благодаря своим климатическим данным в ранний весенний период Сухум использовался как всесоюзная спортивно-тренировочная база. Мы находимся у входа в дворец спорта. Сейчас это звучит вот так. Спортшкола, которая находится около Красного моста. Но, честно говоря, Лида, у меня всегда такое ощущение, когда я прохожу, что оно настолько монументально, что представляет собой какой-то древнегреческий храм. У вас какие ощущения, как у архитектора? Это здание монументальное, действительно, оно построено по канонам древнегреческого ордера, Коринфского ордера. Оно симметричное, с пилонами, что характерно для этого стиля. Также предусмотрены ниши. Основные характерные элементы, которые применялись при строительстве и проектировании эпохи Сталинского ампира, здесь все учтено. Даже вот здание построено по классическим пропорциям. Я думаю, что даже применено золотое сечение. Очень гармонично сочетается вот с окружающей природой. Здесь узел пересечения всех множества улиц со всех сторон. И так задумано, запроектировано, что рассматривается, фасады рассматриваются с разных точек. Есть хороший обзор с разных точек улиц. Я прошу объяснить нашим телезрителям, что такое правило золотого сечения немножечко. Правило золотого сечения – это устроено так, это отношение пропорций, соотношение пропорций здания. Значит, это если рассматривать, если мы поделим здание на неравные части таким образом, чтобы одна часть, меньшая часть соответствовала большей части, в такой пропорции, как большая часть соответствует основному зданию. Оно сочетается с какой-то цифрой, там 1,613, по-моему, это соотношение прямоугольника, в общем, сторон прямоугольника. И здесь это правило, на ваш взгляд, применено?
на мой взгляд, применено, потому что очень гармонично смотрится. И вот на выступающем портике мы видим треугольный фронтон, очень декоративно украшен различными элементами декора. Внутренняя часть фронтона, она углубленная, как ниша. Вот эта углубленная ниша называется тимпаном. Украшали тимпан различными барельефами. В данном случае тимпан здесь плоский. И выступающий карниз, горизонтальный карниз, имеет вот свое название, значит, горизонтальный кейсон. Это раньше, в древности, вот эти вот, в античности, вот эти элементы несли функцию водоотвода, там желобки устраивали. И вот над треугольной частью есть наклонный кейсон. Тоже вот, тоже там устраивали желобки для отвода воды. Кейсоны – углубление квадратной или иной формы на поверхности свода, купола или арки. Опирается, значит, весь архитрав на колонны, классические колонны, которые, в которых использованы все детали, каноны построения вот, Каримского ордера. Капитель выполнена в виде колокола. Он так и называется – колокол. Вся вот эта вот растительность, предусмотренная для оформления капителя, это листья акантха и завитки вот этого растения вот в виде... Мы видим там четыре выступа в виде завитков, это типа валюты, это тоже характерный элемент акантха. Колонна имеет базу, тоже из архитектурных элементов, называются различные, из архитектурных вот обломы, вот, типа выкрушки, скотчи. И также канон здесь учтен. Хорошо, здесь стилобат устроен в виде вот площадки, стилобат. Это канон построения, вот весь учтен. Вроде здание такое, оно сдержанное в украшениях, оно такое брутальное. Но я прошу обратить внимание наших и телезрителей, и вас о том, что под карнизом оно очень богато орнаментировано. Там и модульоны, там и овы рядов, там и великолепные дентикулы. Прямо вот как ожерелье украшают весь карниз. Вот обратите на это внимание, прошу всех телезрителей. Здесь цельные колонны и пилястры, которые утоплены в фасад, да? Пилястры тоже с капителью, с деталями каримской капители. Я хочу обратить внимание еще вот здесь вот очень крупное кессонное перекрытие у входа в портале предусмотрено. Из трех таких элементов кессонного перекрытия очень крупные. Обычно кессоны маленькие, а тут они прям гигантские. Ну, да? Обычно в порталах такие устраивали, большие тоже. Ну, кессоны носят в себе не только функциональное, но еще и декоративное. Такие ниши в древнегреческих храмах обычно оформлялись статуями богинь и богов, а здесь стоит спортсмен, футболист. Как интересно переиначили в советское время архитектуру. Сталинский ампир предусматривал, значит, строительство таких зданий с нишами или вообще с такими стенами, где предусматривались скульптуры, которые вот несли такой характер работы, как бы изображали колхозника, рабочего за своей работой. Прославляли советский строй. Прославляли, это была идеология советского периода. Ниша – это все-таки древний элемент. Ниши устраивали в древнегреческих зданиях. В нишах делали специальные места отдыха, люди сидели, беседовали. В данном случае здесь прославляются спортсмены. Они устроены очень так, сочетается с фасадом здания, два пилона, в середине ниша. А ниша увенчивается конхой.
конха – полукупол, элемент византийской храмовой архитектуры. Четко просматривается жемчужина, раковина. Лида, вот подытаживая наши два здания спортивных школ, какой бы вывод вы сделали? Как строили здания в советское время? Какое ощущение у нас, современных жителей города Сухума, вызывают вот такие здания? У вас, как у архитектора? Эти здания, значит, построены очень монументально, в классическом стиле. Они так тонко придали, можно сказать, наш образ нашему Сухуму, вообще на территории Абхазии, образ нашим городам. Они компактные, не такие мощные, как в других городах. Вот, как архитектор хочу сказать, что очень гармонично с нашей природой сочетается. Мы должны как попридерживаться. Уже наш образ нашего города существует, и должны мы продолжить это все в таком стиле, слишком не выходя из этих параметров. Ну, конечно, все надо менять в соответствии с современностью, но как-то характер оставлять хотя бы в центральной части города. Все-таки здание, вот как оно было предназначено для величия страны, выражающей победу, все-таки это мощь. Когда смотришь, это мощно, это монумент. Спасибо, Лида, вам огромное за вот эту архитектурную справку по зданию Дворца спорта на Красном мосту. Спасибо.